Анна, ты вернулась? Да, но не каждый день встречаешь сестру робота, пережившую апокалипсис. И я подумала, раз ты приложила столько сил, чтобы защитить меня, я тебе правда дорога? Да, просто я боялась, Анна. Боялась потерять тебя. Снова. Я считала, что так лучше скрыть от тебя правду. Главное, что теперь я не одна, Элси. Какие бы горькие откровения нас ни ждали, мы встретим их вместе. Тогда не будем откладывать. Принесли? Задействован конфиденциальный интеллект. Минули столетия с момента нашей общей кончины, и все же мои внучки, Элизабет и Анастасия, стоят передо мной, живые. Кловис? Да, Анастасия. Это я. Невероятно. Полагаю, раз вы забрались так далеко, вам нужны мои исследования. Энергия тьмы. Ты ведь ее искала, да, Элизабет? Я ей воспользоваться не сумел, но, сдается мне, ты сможешь. Да, смогу. И не только я. С ее помощью мы спасем человечество. Нет, нет, ты что? Она нужна не для этого, только для исследований, для истории, только для Брейв. Почему я не удивлена? Брось это лицемерие, Элизабет. Или ты забыла, что сама вызвалась участвовать в проекте Экзо? Ты знала, что на кону имя Брейв, и была готова за него постоять.
В отличие от своих сестер и матери, и даже отца. Неблагодарные слабаки. Ты всегда был сволочью, Кловис. И все же ты добровольно вступила в вечную жизнь. Жизнь, которую даровал тебе я. И хорошо, что даровал. Я посвящу эту жизнь защите Вселенной от таких злодеев, как ты. Я знал, что твоя наивность тебя погубит. Наслаждайся этим даром и помни, ты всегда будешь Брэем, как я. У Кловиса всегда был трудный характер, но все же он был не лишен человечности, пока не отдался во власть тьмы. Да ну его, он нам больше не указ. Давай возьмем его силу и распорядимся ею на зло ему. Поможем человечеству. Анна права. Мы получили то, зачем пришли. Теперь путь лежит к Зиккурату. Поговорим после.
пропустить.